Здорово, были. 100 рублей дашь? Да дам, как выйду на линию. А что тебе там прешь, Владимир Иванович? Кукурузу, помидоры и огурцы. Купил, а? Пойдет. 100 рублей дай. Дам, как на линию выйду, я еще не выезжаю. Иди пока отнеси харчи домой. Зачем? Как зачем? А значки куда дел? А? Куда значки дел? Гвардия нужна. Куда значки дел? Светка сняла. Какая Светка? Никуда не девал. Какая Светка? Там на базаре, который торгуют. А зачем она сняла у тебя? Да за отличника советской армии 10 тысяч требовали. Кто? Человек, который мне давал. А отличник советской армии. Ты значки почему ей подарил, что ли? Нет. А куда ты их дел? Она денег дала. Сколько? 30 рублей. 30 рублей за значки дала денег? Да, я 400 рублей набрал. А что ж так мало 30 рублей? Там один значок по сотке будет стоить. Еще даст. Денег больше не было. А откуда она? С мужем приехала. 100 рублей дай. Значки иди забирай назад. Да. Ага. Иди забирай значки. Зачем? Забирай, забирай, Владимир Иванович. Забирай эти значки, пока не уехали. Дай 100 рублей. Как значки заберешь, так и дам. Забирай значки. Ты телевизор там никому не продал. Вместе со значками. Бычок не кидай, дядь Володь. Я ж тебе всегда говорил. Я ж здесь убираю. Я говорю, телек никуда не дел. Нет. Забирай эти значки. Слышь, что ли? Дай 100 рублей. Забирай значки, иди назад. А чем она торгует, эта Светка? Шапками. И бурашками. Давай быстрее. Сейчас пойдем. Она Еланская? Или откуда? Откуда я ее знаю? А что ж ты значки-то отдал? Тебе подарили. Подошло 30 рублей и все. Как 100 все? Рублей дай. Как все? Чувствую, 100 рублей дай. Да ничего я не дам. Значки иди забирай. Иди забирай значки. Отдай ей 30 рублей, забери значки. Потом дам денег.